там пацаны развлекаются уже. Да там война идет. Кто-то быстрее нас пришел? Сомневаюсь. Может, да, вертолет навернулся? До поворота и вдоль дороги. Да граната была. Они разбираются там между собой. Кто-то, наверное, болтал бота, и кто-то зашел там. Какая-нибудь картошка, например. И кинул гранату на старте. Ровно восток. 40. Паша, высадка заказывается, считается нарушением. Что это за нарушение? Высадка вертолета за картой. Да нет. Будешь видел в карте ездящий. Кого-то поранило, кстати, уже. Ты отдохнуть надо? Мне нет. Когда дальше на восток или? У нас же Банзай, помнишь, миссия есть Истин. Она за карты на Тикистане. Вот тут-то типа везде деревья, а там просто ровная степь. Так давайте вот здесь отдохнем все-таки. Это вкусовщина. Кому-то деревья, кому-то ровная степь. Банзай, это же наиграно. По-моему, Хромский теряли где-то. Да я где-то там на старте просто калаш отдавал, чувак. А, группа 1-1-Б, вы... Я бегу примерно по машине. Дорогу. Наверх поднялись, не... Да, кто там бежит? Давно уж прибежал. На 240 по холму бежит, вниз налево. Ну, кто спрашивал, на... Что я потерялся? Одиночка какой-то. Дороги идешь. Ой, на восток, лежу на 90. Ну я кого-то нашел. По-моему, с пулеметом тут был одиночка. А может и нет. Да, пулемет у него ПКМ. Нам лучше не разбредаться, потому что я уверен, начнут сразу тем кило. Не все. 1-1-2 метка поставлю. ДВ же у нас нету, да? У меня нет. Частоты не проставлю. Нет. Двигаемся дальше, также восток. Поворачиваем на 120. Там впереди кто-то есть уже. На 120? Ага, двое. Это на чего? Фу, нашел вас, Павло. Это мы сидим, что мы за нами. Будешь на вертушку? Да, на что? Охренеть, я... Они же вперед нас, блин, они сейчас нас... Гонза с нами? Гонза с нами. Горит что-то. Че, ну чё, чек идет на посад? Идет ракета вниз. А он мой стрелял. У него предупреждение есть. Остановитесь, смотрите. Отдыхаем, да? Еще не делали. Осматриваемся.
где ракета ушла. А пуск откуда был, неизвестно? Зима засадь. Могу с района Зима. Не-не-не, выше там сгорит. Вот смотрите, ровно на юге от нас уже зон. По курсу 180 дым. Там зон. Зон. Свободные, пошлите 130. А что там бой идет уже? Мы что попали? Походу бой идет. Ух, ёп, ты посмотри. Посмотри. Ебать он там. А что там хуярит, наверное, все. А пуск был на горе. Вертуху сбили, пилот выпал. Да. РПГ их стрелял, наш? Нет, спрашивай. Нет. Че за день? Не-не-не, вертушка-то летит. Там, возможно, раненый или дохлый. Не-не-не, все. Авторотация у меня. Со стороны гранаты кто-нибудь смотрит. Я вижу, что твой Игорек бежит, и я туда бегу. Слушайте, на 200, на следующем холме кто-то пуск сделал по этому чайнику. Наш это наш, А, все хорошо. Он зашел, у него там три выстрела. По мне оттуда стреляли просто, я не понял вообще, что за хрень была. Зона на 130 идем. Не на 130, на юге. Жесть, от меня на 200. Внимательно, восток, смотрите, если там высадка все-таки была. Сколько чинов на авторат? Здесь я на востоке вы. Сейчас в низинке, да, флот? Да-да-да, я понял, сесть низинку. Пятку сейчас одна. Все, я ровно на востоке от вас на холме. Тоже спускаю. Вот это и заиграет, окей. Может быть. А в чем он чат? На юге впереди это мой враг. Как на вершину выйдете, смотрите вниз. Внимательно, потом выйдется. Сейчас из наших никто же не хуярит. Занято за зоной. Это прям возле. Мы уже заходим туда? Да. Калашик наш? Нет. Врага хоть видел кто? На юге вижу, далеко кто-то дверцы поднимается по склону. Я. Успевайте. Так, вижу ножку. Флайера вижу. Ножку. Впереди прямо. Так. Ну, вряд ли у американцев калаши все-таки. А этим нельзя из зоны выходить, значит, это свои. Нельзя из зоны, это просто условно. Ты думаешь, тут нет ограничивающих? Может, он и в зоне, кстати. Хреначит он в зоне, причем, да. На горе здесь никого нет. О! Конец. И это все-таки тоже выжило. Родные наши. Я двигаюсь на звук МК. Ты же американцы. У меня зона на 200.
Кто-то по дороге пробирается, похоже. Вдоль дороги иду по востоку. Походу в крайнем доме сидит в угловом у дороги. Обе на связи. Он к вам, походу, побежит. Ну где Браво? У нас в белых штанах есть кто-нибудь? Синяя точка в доп-канале без имени противника. Бежал на север. Граждане, у нас в белых штанах же никого не было? Нет, были, по-моему. Белые же вроде зеленые. Нет? Жилетку смотри. Не камуфлированная жилетка, какой-то... Противник. Мы, походу, все камуфлированные... Обрек какой-то. Мы все камуфлированные, убивай. Понял. В первый домик зашел головой, с востока. О, ХМК. Сейчас я к нему снизу поднимусь. Бля, походу, они... ПКМ свой стрелял, нет? Ох, я идиот, о. Решил гранат какие убить. Надо было не выеживаться. Блять, все перекрывает. Может, я все-таки убил того мир? ПКМ сейчас выстрелил или нет? Да, блять, мы не ответили же тебе с первого раза. Может, сколько еще? Да сильно как надо. Сдонь как нубас опять слился. Да я по смыслу, меня вообще забаговало почему-то. Алло! Я вылез и просто умер. Алло! Вертолет забаговал? Да, я вертолет, короче, ну, высаживает, я высаживаюсь. А что за дичь была? Вы прям убил, туда высадились какую-то хрень. Да погибай, сэр, что, только меня, что ли, убили? Ну, да? Мы в одно место высаживаемся, нас по ЗРК. Мы в Брестке меняем место высадки, короче. А Бисмут живой, что ли? В итоге пришлось... А Сдони, где заявку писать за Зимкилл сейчас? Ну где, на форуме? Сейчас Бисмут убил гранату своих минимум. Кто кинул гранату вверх? Бисмут. Но он меня завалил. И меня завалил. Еще. Что там? Да. Что с картошкой? Все хорошо с картошкой. Лучше картошка некуда. Спамер, ну ты понял, Паша. В смысле спамер болтает много? Очень много. Чересчур. Это был уже перебор. Лечение, таблетку от спитера применили картошки? Да. А что ты этого творил? Че? Что ты творил? Но... Картошка был спитер в его лучшие годы. Когда еще активный был. В итоге Бисмут сидит и уже не тот. А то сейчас пассивный вообще стал. Постарел, растолстел. Уже не тот. Аутисты тем килят своих, ну я понял, короче, до свидания. Давай. Девач стал часто. Да, слушай, человек... Ну, блин, а что ты хочешь от ДВшники? Вот тебя гранат кидают. Нормально, что ли? Нормально, кто? Ну, окей, но не надо. Может, игра свернулась, для чего-то. Питер, у тебя все нормально. Меня убила моя же граната. Я кинул... Вот, короче... Я хотя бы доволен, а я нет. Нет, я недоволен. Я кинул, и меня пуля, которая... Осколок прямо в лицо прилетел. Сначала Бисмут, положи канистру возле меня и поджег ее. Я себя там ходил горе на весь. О, ну он мне только... Полоса на газ не было, я ходил. Давай, мэддок. Минус два, краса. Нет, да. Он разве с нами был? Американцы? Да. Еще один. Что за? Давай, еще один. Что за бред? Там... Не, он живой уже, еще. Лечится. Всех завалил. Жесткий макдог. Да. А почему он уже не может уходить? Синий-то могут. А сам? Он где угодно ходить. Мы вообще прилетели. Да я видел. Блин. Ой, что-то все погибли.
Да, наших что-то мало. Котел, котел. Че за первый пуск был по пискам в невидимый вертолет. По писке? Да. Второй вроде когда садился, но он во время ловушки выпустил. Тени подтягиваются. У зеленых осталось 3 человека, а при этом зеленых всех убили свои. Ладно, ладно. Такая жизнь. Сейчас еще синие будут убивать зеленых. Декар, ты как умер-то? Я был пулеметчиком, потом нас подпили, я выпрыгнул, умер об дерево. Ну правильно же сел, нафига ты выпрыгнул. Я ж не знал, что он сядет, он сказал, типа, все, мы падаем. Прайс, аутист, как его не убили еще? Да ты че, он вообще там на читах весь. Не, он, конечно, закотлетел, но, блин, это было так все тупо. А у него... Сборг свою читовую обновил? Нет. Ну... Вы того, оккупанта попроси. О, смотри, Прайс умеет различать скины. Он где-то Карыч прибежал к нему. А он Карыч поди сразу. Ну, меня тоже кто-то там отличил, кто первый забежал в дом. Нормально все. А ты бы на сколько картошку отправил отдыхать? 30. Ну, тыкун? Минут. Блять, одеть эти наушники кто-нибудь, кто там. Блять, а включите бисмута, он без сознания или без сознания? Нахуя я вышел? Он без сознания, но он своих убил. Ну, он как бы сознание, но он без сознания. Головой поворачивал. Не, ну головой не сознание, короче, мой. Не, судя по. Ты когда без сознания падаешь на лестнице, ты падаешь с лестницы. Ну ты с лестницы то падаешь, когда без сознания. Не? Вообще. На самом деле это очень смешно. А вот, все, пришел. И кого-то убил. Нет, он упал. В ящик. Сейчас сбит, ну, Бисмут умрет и победят красный. Чё-то, нет, Бисмут может убирать, вот эти АКМы очень нету. Красиво выглядят. Там не только Бисмут нужно убить, и всех зеленых. А АКМы очень красиво. Я так понимаю, меня нет, свой убил, да? Неизвестно. Вот сейчас Бисмут упал с лестницы, сейчас он в сознании. Угу. Неизвестно. По расположению это был. Ой, сейчас будет минус прайс. И зацените. Прайс стали боссом? Флайер, да? Да, там флайер, прайс и тот зеленый еще. И Карыч. Так, давай флайер, тащи, тащи. Флайер, слейся. Он слышал. Да его все слышат, и он слышит. Там все знают. Так там они еще говорят, тут канала же нету, они там. А, нет, кстати, Спитер тебя слышал. Ну, какая-то там. Конечно, мы все говорили, мы все кричали, у нас же нет рации. Я сейчас угорну. Синий зеленый вместе. Ну-ка, ну-ка, подбирай. Я пошел обратно. Нет, все. А как понять, что у Карыча читы, короче? Он выходит, сразу целится и убивает. Фрифайр. Давайте, добейте его. Краб ДМР. Краб вообще отступает, все. Фрифайр, это было 100%, как так? Читы Карыча. Киву не помог. Перпл дед. Логовские читы на отстреле после не работают. О, вот очень убили. Ну. Что там, ну, нормальная миска по итогу? Да бог было, сейчас осколок. Будут ли еще миски? Да. Ты еще только время. Ну вот смотрите, катушку забанили, еще на одну миссию забанить, тогда можно будет сыграть это на лингере. Господи, у Карыча еще и скин женский. Это посмотрите на этот ужас. Комбо. Да, так он на прошлой миссии, он накачанным мужиком был с волосатыми. Ой, Корво своих убивает. Ну просто у него девочка, смотри. Ворона убили. Он съел ее. Корво убил. Вот он тебе на блобе. Обе убили. Ты это видел? Вот был скилл, вот был вот прайс сейчас скилл. Он через патроны сменил, ну, со спины оружие. Скилл он сейчас убили. Да. Я его пристрелил, да? Прайсота, вот ты фрагер.
Собака, блин. Краба убил, ем. Ну что, всех своих, что? Своих? А, нет, не, своих не остались, все убил этот прайс. Мне синий скинул, блин. Все. Че, я похоронил? Смотри, а если синие остались? И что? Миссия снова с плохим концом. Да. Ну как бы все зависло. А надо скип нажать, получается. Нажмите скип, смотрите фраги. Победы. Красный.